Освящение храма. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое освящение храма? Освящение храма – это священнодействие, которому подлежат все вновь построенные или оскверненные храмы, то есть те, которые использовались в качестве помещения для иных целей, помимо православного служения Богу. Право освящения храма принадлежит архиерею, и состоит освящение храма в установлении в алтаре престола, помазании его святым миром и облачении, в освящении алтаря и храма, с помазанием стен святым миром. Затем вокруг храма совершается крестный ход со святыми мощами и служится литургия. В некоторых случаях освящение храма совершается с благословения архиерея священником по менее торжественному чину. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!